Внимание, персонал станции. Прибывает 600-тонный транспорт. Арим. Роберт сказал, чтобы я помог вам ознакомиться с управлением Darkstar. Начнем с простого. Используйте мышь, чтобы поворачивать корабль и осматриваться. Управление ракетными двигателями осуществляется при помощи кнопок W, A, S, D. Колесико мыши служит для регулировки скорости. Сейчас я отмечу курс для практики. Просто следуйте за мной. Почти окончен. Было великолепно. Видите, управлять Darkstar так же просто, как и любым другим кораблем. Сейчас будет следующий урок. Приблизьтесь на расстояние в 1 единицу и следуйте за... Метеорита есть заброшенный спутник связи. Давайте избавим космос от мусора. Важные цели заданий будут показаны слева. Чтобы сменить прицел на курсор мыши, нажмите и удерживайте клавишу пробел. Так будет удобнее выбирать цели заданий. Также список целей можно открыть, нажав кнопку на пульте. Затем вы сможете выбрать цель из списка. Подберитесь к выбранному спутнику и сбейте его. Огонь передними лазерами. Левая кнопка мыши. Помните о точке удара. Она появляется, как только вы оказываетесь на расстоянии. Спутник явно защищен старой охранной платформой. Уничтожьте и спутник, и платформу. И будьте осторожны. Было неплохо. А мне казалось, что там не может быть столько взрывчатого мусора. Мне бы хотелось вам помочь. Но на моем тренировочном корабле вообще нет оружия. Вернитесь на мой корабль, и мы отправимся на станцию. О, что это? На моем радаре 2 пирата. Ха-ха-ха-ха! Молитесь, гады! Черт, Кайрон, на помощь! У меня нет оружия! К торговой станции. Я отмечу нужную точку. Следуйте за мной.
Разгрузка завершена. Наконец-то на курсе. Как видите, хороший пилот-воин способен заработать много денег, убивая пиратов и получая за них награду. Чтобы приземлиться, сначала необходимо связаться с торговой станцией и запросить разрешение. Выберите станцию. Затем откройте канал связи, нажав клавишу «К». Открыв канал, запросите разрешение на посадку. Говорит торговая станция. Чем могу помочь? Следите за посадочными маркерами и входите в ангар. Постарайтесь ни во что не врезаться. Теперь вы освоили азы. Думаю, что вскоре мы снова встретимся. Благодарю за помощь с пиратами. Увидимся. Летите к этим троим и разнесите их на кусочки. Постарайтесь, чтобы они вас не достали. Кроме платы за выполненное задание, вы также получите награду от правительства. Приз за каждого сбитого пирата. В бою часто необходимо быстро взять врага на прицел. Нажмите R, чтобы в прицеле оказался ближайший противник. Крайне справа, вверху, находится индикатор состояния корпуса. Это важно. Удачи! Вам переводят награду. На терминале торговой станции вас ждут новые задания. Еще совет. Сражение — это далеко не всегда просто. Необходимо научиться пользоваться форсажем, обратным и боковым ходом. Я написал вам письмо с инструкциями. Почаще заглядывайте в бортовой журнал. Спасибо за сведения, Рим. Кайрон, снова пираты! Расправьтесь с ними, пока они вас не сбили! Поймал!
возвращайтесь на станцию. После посадки на торговую станцию ваш корабль будет отремонтирован бесплатно. Погрузка завершена. Говорит торговая станция. Чем могу помочь? Разрешение на посадку дано. Кайрон, это ваше первое задание на новом корабле, мои поздравления. Задания всегда будут записываться в бортовой журнал. Если вдруг что-то забудете, загляните и почитайте. Контейнер, который вам нужен, находится за станцией. Я поведу. Идите за мной. Теперь откройте список целей. Выберите контейнер, и он появится на мониторе, расположенном в левом нижнем углу экрана. Хорошо. Подойдите к грузу на расстоянии 0,0 единиц. Контейнер должен оставаться в поле зрения. Не столкнитесь с ним. Это хрупкая вещь. СБ-1. Очень хорошо. Теперь, чтобы выпустить грузового дрона, нажмите кнопку с правой стороны кокпита. Эти дроны переносят контейнеры. Контейнеры бывают разных размеров. Моторизация бортового компьютера позволяет использовать дополнительных дронов и подбирать контейнеры большего размера. Дрон направляется к контейнеру и уже не требует внимания. Как только он возьмет контейнер, он будет следовать за вами в луче корабля. Поэтому скорость корабля заметно снизится. Этот груз предназначен для другой системы. Сейчас вам предстоит первый гиперпрыжок. Для этого сначала нужно отойти на безопасное расстояние от любых больших объектов. Я отмечу для вас точку. Подлетите к ней вместе с контейнером. У любого прыжка должна быть цель, система. Откройте навигационную карту, нажав соответствующую кнопку, и выберите систему. Откройте навигационную карту и выберите систему Яри. Тогда мы сможем продолжить. Это навигационная карта. Здесь перечислены все системы вашей базы данных. Чтобы получить дополнительную информацию, наведите курсор на систему. Если щелкнуть по системе в области, компьютер отметит ее как цель прыжка. Выберите систему Яри и закройте карту. Справа появится новая кнопка. Чтобы выбрать в качестве места назначения прыжка систему, нужен ключ от ее врат. В своих странствиях вы будете находить такие ключи. Чтобы совершить прыжок, нужно удалиться от космических объектов. Как только вы удалитесь на достаточное расстояние, кнопка станет активной. Как только вы покинете систему, я не смогу с вами говорить. Но мы встретимся вновь в системе Яри. Я пришлю вам дополнительные записи. Они будут храниться под грифом «Полезные сведения» в бортовом журнале. Если вы готовы, щелкните по кнопке справа, чтобы начать гиперпрыжок. Удачи в следующей системе!
Эй, Кайрон, это Арим. Я хотел встретиться с вами у системы Пенках, чтобы нас не подслушали. В чем дело? Не здесь. Я передам ключ от новой системы в вашу базу данных. Как только закончите здесь, идите в систему Хью. Я буду ждать вас там. Торговая станция для Dark Star. Мы вас ждали. Подойдите на расстояние 1,5 единиц и запросите разрешение на посадку. Поняли? Увидимся. Но что это? Я вижу их на радаре. Осторожно, сзади кто-то есть. Бросьте контейнер и сражайтесь. Удачи! Говорит торговая станция. Чем могу помочь? Разрешение на посадку дано.